Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новым буксом, абсолютно без вложений. Называется PTS Rev Amped, как-то так. Так вот он выглядит. Я уже тут зачитывать ничего, друзья, не буду. Все мы умеем читать, сами прочтете. Тут только две платежные системы. Coin 2 Cent и биткоин. Вывод у нас на биткоин. Или вот на эту платежную систему. Я не знаю, что это за платежка. Значит, регистрация здесь наипростейшая. Вводите имя, фамилия, юзернейм, два раза email, два раза пароль. Капча, галочка. Нажимаете регистр. На почту придет просто приветственное письмо. Вроде не помню. Я же войду в кабинет, так как я зарегистрирована. Я вчера поздно вечером зашла. И что-то меня зацепил он. Вводим логин и пароль. Разгадываем капчу. Пальма. Логин. Ну так, шкала загружается. Теперь сейчас еще раз загрузится. Вот тут, друзья, теперь мы будем ждать. Опять загружается. Но это от аферистов, скажем так. Защита у них такая идет. Ой. Я не туда нажала. Ай. Я уже с поддержкой. Так. Ну и что мне тут написали? Новый тур заработать и откройте. Новое объявление. Что я открою? Какое новое объявление? Так, сейчас я разберусь. Все, разгадала я капчу. Попала в кабинет. Ну, так вот наша главная страничка. Здесь наша статистика. Я вчера просмотрела ссылочки кошельки. И мне начислили 10 центов, да? За просмотр. Вывод здесь, конечно, приличный, друзья. От 10 долларов. Но платят, как я сказала, в биткоинах. Биткоин Сатоши. Опускаемся ниже. Так. Вот здесь сразу наша партнерская ссылочка. Ну, давайте теперь пройдемся по кабинету. Хочу обратить ваше внимание, как зарабатывать вот здесь. Ну, можно и здесь. Мне, например, вот здесь удобнее. На ПТС. Заходим. Переводим обязательно на русский язык. И читаем. Пожалуйста, не нажимайте на чистой какой-то ссылки. Здесь есть ссылочка. Вот это чит-ссылка. Не нажимайте эту ссылку. Если мы на нее нажмем, нам заблокируют аккаунт. У меня вчера такой вот случай был. Я только зарегистрировалась, начала разбираться и, не переведя на русский, начала просматривать вот эти кошлинки, рекламку. И нажала. Вот пришлось писать в поддержку, объяснять ситуацию. И правда, мне поддержка быстро ответила и, да, как бы разблокировала. Далее что еще? Тут вот это все прочтете. Так, так, нужно нажмите на ссылку ниже, чтобы разблокировать вот эти вот объявления. Видите, они не кликабельны. И вот здесь колесико крутится. Ну, давайте нажмем. Так, посетить. Нажала. Возвращаюсь. Нет.
Или да. Ну вот видите, здесь очень много защиты, и все здесь так строго. Одна шкала загрузилась, теперь еще одна загружается. Так, сейчас загрузится, раскатываем капчу. Все. Thank you. И у меня доступны мои ссылочки. И вот таким вот образом. Здесь вот расценки они разные. 0.301, потом 0. по 2 цента. Здесь по центу. Здесь тоже по центу идут. Как бы здесь уже совсем дешевые. Вот эту ссылочку. Вот стандартные объявления. Будьте внимательны. Ни в коей мере не нажимать. Видите, написано, не нажимайте эту ссылку. Вы будете приведены это для защиты от ботов. Давайте просмотрим какую-нибудь ссылочку. Здесь все довольно-таки просто. Сейчас загрузится шкала, разгадаем капчу. И нам будет зачет. Все это просматривается быстро. Разгадали капчу. Все прекрасно. Возвращаемся. Стала бледной такой. Вот таким вот образом мы просматриваем всю рекламку. Здесь ее не сильно и много. Но мне вот 10 центов как бы вышло. Так, возвращаюсь в мой аккаунт. И давайте теперь пройдемся по кабинету. Так. Краткий отчет, это вот эта наша страница, личные сообщения, личные настройки. Так, принять электронную почту от администратора. Здесь вот видите две платежные системы. Вот это я не знаю что, а это вот биткоин. Значит, прописываем биткоин-адрес. Сюда. Так, биткоин-адрес. Если нужно поменять пароль, здесь прописываем пароль, который мы вводили при регистрации. И нажимаем «Сохранить». Сохраняем платежные реквизиты. Так, далее что? Есть двухфакторная защита. Как бы это все можно активировать. Так, настройки форума, заработать деньги. Ну, вот я вам показывала. Далее. Есть апгрейд. Ну, я ничего этого делать не буду пока. Не собираюсь. Так, что еще вам показать? Ну, вот сетка. Здесь 5 кликов можно, кто на бесплатном основе. Так, получить счет BTC. Так, это у нас что? Так, показать оригинал. Добавить деньги, метод. Ага, это, наверное, депозит делать, друзья. Это нам не надо. Так, пополнить, купить, обновить членство. Вот здесь мы зарабатываем статус free у нас первый, да? А вот здесь вот уже членство по $5, 7,50, 10. Я как бы можно покупать как бы с баланса или напрямую с кошелька. Это тоже пока нам не надо. И вывод. Так, вывод. Сейчас, подождите, снять прибыль. Вот, минимум $10 в BTC. Вот. Да, минималка, конечно, завышена. Но что поделать. Значит, что еще? Реферальные ссылки, баннеры.
Также находится партнерская ссылочка. И здесь баннеры. Баннер 2, баннер 3, 4 и 5. Такие вот баннеры. Ну, вроде как все. Также здесь можно рекламить свои проекты. Покупка рекламы, реклама на объявленной сетке, ну и управлять рекламой. Покупка рефералов, мои прямые рефералы, конкурсы здесь. И что еще хочу сказать. Здесь история, история вывода, депозитов, заказов. Каково мое, друзья, удивление было, когда я вот опустилась в самый низ. У них, оказывается, есть группа на Facebook. Все кликабельно, я нажала. Вчера я присоединилась, сегодня меня уже как бы заявку мою одобрили. Вот. У них группа. Я нажала вступить в группу, здесь появилось такое окошечко. И надо было как бы там что-то, ну, на английском, я правда ничего не поняла. Два раза yes нажала и как бы отправила. Ну, тут вот как бы тоже можно это все перевести, показать перевод. Добро пожаловать. Ля-ля-ля, тополя, это все можно поставить, нравится. Вот. Администратор. Пау де Карау. Вот. Это все здесь можно посмотреть, почитать и ознакомиться с информацией. Вот. Как бы присоединиться. Вот такой вот, друзья, букс. Кому интересно, присоединяемся. Мне интересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Буду продавать. Ну, на мониторинге у меня будет этот букс. Буду делиться своими результатами. До новых встреч!